тем, кто немного опоздал, сказать слово. Тем более, вы, конечно, извините за то, что каждого получилось своевременно приехать сюда. Но те, с кем я проходил службу на Северном флоте в составе 79 года по 88, в составе 876 отдельного десантно-штурмового батальона, 1611 самоходно-артиллерийского дивизиона, я всем и гостям других флотов, вот, и братьям по оружию, передаю самые добрые пожелания. И хочу... Так, внимание, я там не отвлекся, ребят. И хочу сказать то, что мы сегодня собрались, мы многим обязаны тем, кто нас объединял, тем, кто с нами начинал службу, и тех, кто нас наставлял. Здесь я не могу рассказать про Черноморский, Балтийский флот, хотя есть наверняка представители Балтийского флота. Есть здесь представители? Есть. Есть, да? Вот. Черноморский тоже есть. Но, любимый и уважаемый. Да, любимый и уважаемый. Но я хотел бы вспомнить тех командиров, которые начинали службу с нами. Алексея Евгеньевича Ермакова, кто помнит, 61-я бригада морской пехоты, первый командир бригады. Вот. Живой, здоровый, живет в Белгороде, передавал самые добрые пожелания и почуття вам, как говорится, на украинской мове, всем, кто с ним проходил службу. Это тот человек, который создавал морскую пехоту на Северном флоте после ее, как говорится, долгого отсутствия. Но я хотел бы помянуть прежде всего тех, кого нет с нами. У нас в 876-м батальоне десантно-штурмовом все помнят Женю Кочешкова, герой России, генерал-майор Кочешков, начальник штаба береговых ракетно-артиллерийских войск. Вечная ему память и земля ему пухом. Это тот, который с нами прошел от А до Я, начиная на Северном флоте. Каждый из здесь представитель нашей бригады, как говорится, уже в последующем, только за Чечню, она потеряла там порядка 70 человек потеряли, наша бригада. В каждой бригаде шли свои потери, каждый знает поименно тех, кого нет с нами. Поэтому я предлагаю тост поднять за тех, кого нет с нами. Мы помним о них, любим и... вечная им память. Давайте. И я хочу передать слово. Здесь у нас находится с нами, мы опоздал немножко со мной вместе, Александр Владимирович. Вот. Овсянчук, Александр Владимирович. Он был начальником политотдела 61-й бригады морской пехоты. Заканчивал службу в должности заместителя командующего корпусом Ивано-Франковского общевойскового корпуса. Поэтому, Саш, слово тебе. Спасибо. Вы знаете, у нас был самый-самый красивый лозунг на учебном корпусе. Морпех. Только вперед. Только на линию огня. Там твоя победа. Вы знаете, я вспомнил маленькие такие слова, где, наверное, говорится о нас. Есть в армии такое слово, оно одно несет в себе романов, мудрость и симфонии. Все в этом слове есть. Вперед, вперед, забыты все сомнения. Вперед, морпехи, в наступление. И пусть порой по пояс неги далеко бежать до цели. Но в армии всегда умели команду выполнять вперед. И вы знаете, вот этот наш лозунг, где мы, там победа, наверное, связан с этим маленьким четверостишьем. За морпехов, за тех, которых любит народ. Я три раза был замполитом сводного полка морской пехоты на Красной площади. Вы знаете, когда идешь, сколько цветов, сколько улыбок, сколько радости, когда встречали морпехов. Это был, наверное, самый-самый вместе с ВДВ, самый такой полк, которого любила вся Москва. Ну как таких не любить, блядь? Да, нас любили, нас уважали, потому что мы настоящие мужики. И сегодня, когда смотришь на эту молодежь, только с бутылкой пива. Мы пиво пили, водку пили, но мы делали дело. Мы защищали Родину. А сегодня, к сожалению, немножко забыто это понятие
понятие чести, понятие мужества, понятие совести. Нам здесь всем, которые прошли горнила морской пехоты, это все приемлемо. Я предлагаю налить, можно сказать по-украински, налити келихи и выпити за морскую пехоту. Это морская душа. Это та, тот род войск, который любился, любим и будет любим всем народом. За нас, за морпехов. Я вам всем хочу пожелать здоровья, счастья, самого-самого-самого доброго, что можно есть в жизни. И чтобы вот это... Я всегда, когда какой-то у нас симпозиум или какой-то, значит, вечер, я всегда говорю, что я всегда придерживаюсь нашего девиза. Где мы, там победа. И только вперед, и мы победим. За нашу победу, за морпехов. Як жахнем! Yeah!